Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить шоколадный декор в виде перьев. Для изготовления декора нам понадобится темперированный белый шоколад либо глазурь. Я буду использовать готовую глазурь. Пергаментная бумага. Очень удобно, что она уже такая скрученная и наши перья будут немножко подкручены. И нож с длинным тонким лезвием. Делать такие перья совсем не сложно, просто окунаем нож в шоколад либо в глазурь и отпечатываем на пергаменте. Стараемся делать слой шоколада потолще, чтобы перья наши не ломались. Если шоколад начал густеть, то нужно слегка подогреть его в микроволновке. Я показываю декор на глазури, так как ее не нужно темперировать, но глазурь значительно отличается от шоколада по вкусу, не в лучшую сторону. Когда декор полностью застыл, аккуратно отделяем его от бумаги. Подготовим стакан с горячей водой и бумажные полотенца, чтобы вытирать нож. Вот так просто можно изготовить очень нежный декор к вашим тортам и пирожным. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, видео было для вас полезным.